20 век был щедр не только на индустриальные открытия, но и на различные идеи по усовершенствованию самого человека. В этом контексте нам особенно интересна фигура Георгия Ивановича Гурджиева. Человек-загадка, человек-мудрец и философ, человек, в жизни которого реальные факты и события тесно переплелись с вымыслом и легендами. Одни считали его умелым мистификатором, другие – непревзойденным мистиком, открывшим миру древние, изначальные истины. Точную дату своего рождения Гурджиев тщательно скрывал, периодически меняя числа, но неизменно привязывая их к знаку Козерога. Таким образом, он на практике применял технику коррекции судьбы, переключаясь с хронаритмов одного гороскопа на другие, более благоприятные. Предполагают, что это случилось 13 января 1866 года в городе Александрополе, ныне город Гюмри, Армения. Грек по отцу, армянин по матери, юноша рано покинул отчий дом и два дальнейших десятилетия посвятил поискам таинственного братства Сармунг, оно же Сарман, оно же Сармун. Сармун в переводе с древнеперсидского означает «пчела». Считалось, что этот орден старше любой из существующих в мире религий, и его братья хранят ключи от истинного еще до потопного знания. История поисков ордена Гурджиевым поражает воображение. Здесь есть все – руины монастырей, старинные свитки, рука провидения, подбросившая древнюю карту с подсказкой, путешествия в Египет, Судан, Саудовскую Аравию, Ирак. Не найдя следов ордена, Гурджиев отправляется в Турцию, пересекает Среднюю Азию, посещает Россию, Швейцарию, Италию, Грецию и даже заглядывает в Сибирь. По ходу продвижения экспедиции он жадно впитывает знания и принимает посвящение в различные духовные традиции. Наконец, в 1898 году мудрецы-суфии сами выходят на него. В таинственной суфийской обители Гурджиев проводит от 1 года до 2 лет и затем до конца жизни поддерживает связь с орденом. И вот, в 1913 году этот незаурядный человек с яркой кавказской внешностью и резким акцентом неожиданно появляется в Петербурге и начинает одаривать знаниями и практическим опытом всех, кто готов и способен их у него принять. В его арсенале собственная философская концепция «Четвертый путь», древние суфийские танцевально-гимнастические практики, мечты об открытии в России Института гармонического развития человека, сеансы массового гипноза с элементами гипнотического экстрима и смелая система представления о человеке, как о трехмозговом биомеханизме с тремя раздельными машинами внутри. Одна из этих машин отвечает за интеллект и мышление, вторая – за эмоции, третья – за все телесные и инстинктивные проявления. Самих же людей Гурджиев считал полностью бессознательными и безличностными существами, управляемыми лишь внешними обстоятельствами жизни. Своим ученикам гуру предоставил возможность стать более совершенными и осознанными механизмами и подчинить контролю разума абсолютно все свои, даже мимолетные мысли, желания, влечения, инстинкты и устремления души. Возрождая древние суфийские практики, Гурджиев объединял учеников в своеобразном танце, совершенно не похожем ни на один обычный. Асинхронные движения частей тела при общем синхронизме танца, различный темпоритм для левой и правой конечности, намеренная механистичность и угловатость движений создавали у зрителей странное ощущение, что перед ними управляемые куклы или танцующие кладбищенские мертвецы.
Наиболее знаменитыми были суфийские вращения Гурджиева. Круговые, монотонные, завораживающие движения способствовали вхождению учеников в особое, трансцендентное состояние, в котором их механистические качества и внутренний самоконтроль достигали своего апогея. Именно такое состояние тела, ума и души Гурджиев называл осознанным состоянием. При этом его мало волновало, что состояние его учеников слабо напоминает особое состояние озарения суфийских дервишей, которого те достигают вне суетного мира, когда их сознание и чувствование выходят за пределы человеческого восприятия. Это особое состояние можно пережить, но невозможно описать словами или передать другому человеку в виде упражнения. Гурджиева же больше всего интересовала зрелищность представлений и власть над сознанием людей. Экспериментами эксцентричного гипнотизера по созданию совершенной человека-машины очень интересовались два выдающихся представителя 20-го столетия. Один из них носил фамилию Джугашвили, второго звали Адольф Шикльгрубер. С первым будущий гуру предположительно учился в Тифлисской семинарии. Второму, по словам его соратников, лично давал уроки гипноза. Существует даже легенда, что именно Гурджиев по совместительству композитор, художник и черный маг своим балетом мистерии «Борьба магов» спровоцировал начало кровавого мирового побоища. По другой версии, Гурджиев состоял на службе у Третьего Рейха и снабжал его тайнами, найденными в Тибете. Говоря о балете «Битва магов», важно добавить, что все танцы Гурджиева были построены на строго выверенной оккультно-математической символике. Гурджиев прекрасно знал, что у суфиев танцы являлись частью ритуала посвящения в орденское братство, то есть своеобразной декларации о намерениях и одновременно средством воплощения этих намерений в жизнь. Точно относительно этого человека сказать невозможно практически ничего. Но кем бы он ни был, нас интересует нечто другое. А именно, эннеаграмма, о которой западный мир действительно узнал от Георгия Гурджиева. Слово «эннеаграмма» дословно переводится как «девять» и «начертание». Это сакральный символ, в котором зашифрованы великие космические законы, управляющие мирозданием. Это чертеж, по которому строятся все явления и процессы во Вселенной, и источник мудрости, который может объяснить буквально все и вся тому, кто сумеет его прочесть. По словам Гурджиева, эннеаграмму невозможно найти, просто исследуя труды по оккультизму. Этого символа нет ни в научных книгах, ни в устной традиции. Он никогда не публиковался и не передавался человечеству полностью. Если говорить о сегодняшнем дне, нетерпеливый искатель и вовсе не найдет ничего, кроме описания современной психологической версии эннеаграммы, концепции, которая была сформирована в конце 20 века. Мы не умаляем ее значения и достоинств, но это лишь крошечная часть того смысла, что таила в себе первоначальная версия эннеаграммы. Тем не менее, попробуем разобраться в том, что имеем.
Известные на сегодняшний день версии энеаграммы выглядят так. Девятиконечная звезда, образованная тремя равносторонними треугольниками, вписанными в круг под углом 120 градусов друг к другу. Энеаграмма Гурджиева – версия Марка Родина. Чертеж самой древней из них разработал Раймонд Лулли, человек, которого современники называли не иначе, как доктор Иллюминатус или просветленный учитель. Он родился в 1235 году на Пальма-де-Майорка и до 30 лет вел образ беспечного поэта-трубадура, вкушая всевозможные земные удовольствия. Но в 1266 году молодой человек пережил, по его словам, некое мистическое видение, после чего исчез бесследно на целых 9 лет. Вернулся Лулли уже серьезным философом, свободно владеющим несколькими восточными языками, знающим досконально арабскую культуру, науку и литературу. Он теперь не только сам пишет серьезные научные труды на арабском, но и переводит на европейские языки рукописи мусульманских ученых-мужей. Важно отметить, что в то время именно мусульмане совершали все самые передовые открытия в астрономии, математике, логике, медицине, физике и химии. Биографы Раймонда Луллия признают, что все дальнейшее его научное и литературное творчество было насквозь пронизано духом суфийского мистицизма и перекликалось с наследием суфийских авторов. Сам Лулли утверждал, что во время отшельничества его просто озарило, в результате чего ему свыше была явлена логическая система, раскрывающая взаимосвязь всего сущего во Вселенной. Лулли подробно изложил это откровение в своем труде «Великая наука. Общая и окончательная». Последователи до сих пор называют эту книгу «Великая каббалистическая наука» Раймонда Луллия. В этом труде Лулли привел две модификации одной энеаграммы. Одна демонстрирует соединение всего со всем во Вселенной. Вторая – это три треугольника, вписанные в круг, образующие девятиконечную звезду. Труды Луллия произвели революцию в умах философов и теологов того времени и оказали серьезное влияние на мыслителей последующих столетий. Так, спустя почти 400 лет, энеаграмма Лулия появилась в издании Атанасиуса Кирхера, ученого с энциклопедическими познаниями в математике, астрономии, лингвистике, медицине, археологии, музыкальной теории и многом другом. Преподаватель римской коллегии, почетный иезуит, отец-основатель египтологии, он всю жизнь фанатично искал ключ к тайнам и знаниям древних и огромную часть своей жизни посвятил изучению каббалы, алхимии и оккультных наук. Что касается энеаграммы, Атанасиус Кирхер успешно применял ее в самых разных сферах деятельности, в том числе и в музыке. В 20 веке, благодаря Георгию Гурджиеву, энеаграмма была доработана и обрела новое дыхание. Сам Гурджиев привнес в нее понятие внутреннего треугольника. Волна интереса к суфийским вихревым практикам в 20 веке достигла своего апогея, что привело к появлению торсионной или вихревой математики и созданию еще одной версии энеаграммы. Марко Родин и его ученик Рэнди Пауэлл при помощи энеаграммы пришли к убеждению, что вся энергия во Вселенной, от спирали галактики до нашей собственной ДНК, движется по траектории Тора. Итак,
Мы видим окружность с расположенными на ней цифрами от 1 до 9. При этом числа связаны между собой последовательностью, которая записывается как 1, 2, 4, 8, 7, 5. Кто-то называет сегодня эту шестизначную цепочку чисел числом человека, так как рождение и деление живой клетки происходит через удвоение. Единица становится двойкой, которая превращается в четверку, затем в восьмерку, далее удвоением дает 16 и, наконец, 32. Числа 16 и 32 после упрощения превращаются в 7 и 5 соответственно. И в итоге цифры 1, 2, 4, 8, 7, 5 выстраиваются одна за другой и действительно отображают последовательность жизненных процессов организма человека. Но значение гексонемы 1, 2, 4, 8, 7, 5 все-таки на порядок выше. Ведь число 32, удваиваясь, дает число 64, суть которого снова есть единица, и цифровой ряд повторяется снова 1, 2, 4, 8, 7, 5 и так до бесконечности. Гексонема 1, 2, 4, 8, 7, 5 представляет собой материальный мир, процессы которого цикличны и повторяемы. Мир, находящийся в постоянном процессе слияния и распада, напряжения и расслабления, рождения и смерти. Мир пульсаций, вибраций и вихрей, находящийся в постоянном движении, но движение это всегда зациклено на самого себя. 1, 2, 4, 8, 7, 5 – это Ураборос, мифологический змей, заглатывающий свой хвост. Это мир циклично развивающейся материи, мир двоичности и мир дуальности. Двойка-четверка наземная, а мир-то у нас трехмерный. Или словами Тота Гермеса из древнеегипетской традиции: «Я один, который становится двумя, который становится четырьмя, который становится восемью, а затем я вновь один». Марко Родин, один из исследователей эннеаграммы, представил ее в виде числовой векторной диаграммы, вписанной в круг, где 12, 48, 75 – это векторная часть, представляющая бесконечное движение материи, а точки 3, 6, 9 – неподвижные центры, являющиеся местами вхождения силовых энергетических импульсов. Другими словами, 3, 6 и 9 – это силовые или энергетические узлы. И если числовой ряд 1, 2, 4, 8, 7, 5 представляет сам материальный мир, то 3, 6 и 9 – это причина существования этого мира и его энергетический источник. При этом число 9 является наивысшим, а 3 и 6 – это помощники в равномерном распределении энергии между всеми участниками процесса. Работая над диаграммой, Родин невольно коснулся вопроса необъяснимости и непознаваемости самого источника жизни, дающего импульсы силы для ее вечного воспроизведения. Здесь важно отметить, что в этом виде эннеаграмма является лишь проекцией трехмерного Тора, фигуры, которая в рамках вихревой математики рассматривалась исследователями как идеальная энергетическая модель Вселенной. Исходя из этой модели мироздания, Родин утверждал, что точка 9 лежит на принципиально ином уровне, нежели точки 1, 2, 4, 8, 7, 5, лежащие на плоскости, то есть на уровне ограниченных возможностей. Девятка, по мнению Родина, занимает положение между уровнем 1, 2, 4, 8, 7, 5 и уровнем неограниченных или божественных возможностей, где размещается точка 0. Что касается информации о нулевом уровне, то это реальность, для описания которой недостаточно простых человеческих слов и понятий. Или, как сказал персидский поэт и суфийский шейх Хафиз, ноль. Вот где начинается подлинная игра. Что наша жизнь? Игра! Марко Родин назвал свою эннеаграмму математическим отпечатком пальцев Бога и самым великим из божественных имен. Тут необходимо упомянуть,
что Марко являлся последователем религии Бахаи, уходящий своими корнями в ислам и еще глубже в суфизм. Хотя сами Бахаи и не являются мусульманами, но их объединяет история возникновения религии Бахаи и вера в единого Бога. Согласно исламской традиции, произносимыми до недавнего времени считались лишь 99 имен Бога, а последнее, сотое, оставалось священной тайной. Но посланник новой веры Баха-Улла возвестил, что это величайшее, ранее непроизносимое имя Бога звучит как Баха, и что все производные от этого величайшего имени также будут считаться величайшими именами Бога. Например, такое имя, как Абха, будет равнозначно и равноценно имени Баха. Далее Родин использовал систему суфийской кодировки Абджад и вычислил соответствие букв имени Бога арабским числам. И вот что у него получилось. Каждое из имен Бога у Бахаи нумерологически тождественно числу 9. А теперь, внимание, сюрприз! Божественная цепочка чисел 1, 2, 5, 1 легким инверсионным движением превращается в ее зеркальный аналог 1, 5, 2, 1. Ничего не напоминает? А если записать вот так, где верхняя строка объявления – это мир земной материи, а нижняя строка – это анаграмма, после расшифровки дающая одно из великих имен Бога Бахаи – Абха. Вот это да! Скажите, друзья, а лично вы Богу звонить не пробовали? Таким образом, объявление из фильма указывает сразу на два обстоятельства, одно из которых – это наш мир с его ограниченными возможностями, а второе – сам Создатель, Абсолют и его божественные возможности. В этом контексте объявление с предложением позвонить Богу можно рассматривать как попытку героя фильма дозвониться до небес, или другими словами, открыть небесные врата, чтобы выйти из круговорота земных ограничений и попасть на уровень девятки, что существенно меняет положение дел для участников игры и приближает их к божественному уровню. Как открыть небеса? Какая мелодия должна прозвучать? И каков цифровой код послания небесам? Объявление читается просто. Верхняя строка 124875 превращается в три тройки или девятку. Нижняя после инверсии превратилась в имя Создателя, выраженное в цифрах 1251 или упрощенно 36. В сумме 9. Итого 99. Но у нас есть еще один математический знак и смысл. Это само божественное имя Абха, которое также соответствует числу 9. По правилам сакральной математики, это отдельное самостоятельное число, и мы не вправе его игнорировать. В итоге получаем 999. Наивысшее трехзначное число из возможных, состоящее из трех совершенных девяток. Энергия этого числа очень высока, и к смыслу кода доступа к небесам мы еще вернемся. Но и это еще не все. Само объявление настойчиво указывает нам на эннеаграмму. Первая строка объявления – это точки и вектора эннеаграммы 124875. Вторая строка – не что иное, как энергетические ключи эннеаграммы 3, 6 и 9. И здесь мы переходим к музыкальному варианту эннеаграммы Атанасиуса Кирхера. Но для того, чтобы прочесть музыкальную эннеаграмму, нам понадобится еще глубже погрузиться в ее смыслы. Так, все ее исследователи, включая Гурджиева, уверяли, что для получения максимально правильных выводов необходимо исследовать одновременно три линии эннеаграммы, которые составят так называемый внутренний треугольник. В нашем случае это означает, что нужно рассматривать не одну, а целых три музыкальные тональности, которые будут энергетически подпитывать и гармонически дополнять друг друга. Попробуем найти эти музыкальные тональности в фильме.
Одна из них – фа диез минор. В этой тональности мы слышим мелодию в фильме «Замысел». Другая – ля минор. Тональность, на которую настроен наш простой металлофон. И, наконец, ре минор. Она складывается из натуральных нот, которые можно выдернуть из мелодии, прозвучавшей в фа диез миноре, и сыграть их на пластинах металлофона. Эти натуральные ноты звучат как ля, фа, ре, фа, фа. Если выразить эти ноты в цифрах, обозначив их положение на музыкальных ступенях, то в фа диез миноре запись будет выглядеть так. 3, 0, 6, 0, 0. Сумма равняется 9. На ляме обозначена натуральная нота фа, которой попросту нет в основном звуковом ряду фа диез минора. В ля миноре ноты займут следующие ступени звукоряда. 8, 6, 4, 6, 6. Сумма равняется 3. В ре миноре ноты займут следующие позиции. 5, 3, 1, 3, 3. Сумма равняется 6. Итак, мы снова видим все те же цифры 3, 6 и 9. Давайте выстроим тональности друг за другом именно в таком порядке, ведь на это нам указывала вторая строка объявления. Ля минор 3, ре минор 6, фа диез минор 9. Мы также помним, что первая строка после упрощения выглядела так. 3, 3, 3 – это, во-первых, три наши тональности, а во-вторых, это указание на внутренние треугольники у каждой из них. В нашем случае внутренний треугольник тональности – это три ее начальные ноты. Пришло время обратиться к чертежу нонограммы. Так называется музыкальная энеаграмма Кирхера. Ля минор начинается с нот ля, си, до. И это музыкальные ступени 1, 2, 3 натурального звукоряда. Один из треугольников нонограммы подписан точно так же. 1, 2, 3. Затем тональности ре минор подхватывает эстафету, ее первые три ноты ре, ми, фа. Или ступени натурального звукоряда 4, 5, 6. Второй треугольник нонограммы в книге Кирхера подписан точно так же 4, 5 и 6. Третий треугольник в книге Кирхера обозначен 7, 8, 9. И так как фа диез минор не является натуральным минором, то на этом месте соответствие ступеням натурального звукоряда заканчивается. И мы просто поставим первые три ноты тональности фа диез минор на оставшиеся соответствующие места в нонограмме. 7 – это фа диез, 8 – это соль диез и 9 – это ля. Итак, мелодия, вписанная в энеаграмму, звучит следующим образом. Странная мелодия. И знаете, звучит действительно красиво, целостно и гармонично. Натуральный и даже скромный ля минор в середине мелодии усиливается красотой тембральной окраски ре минора. А в финале плавно переходит в чувственный вариант ля минора, мелодический ля минор. Тональность фа диез минор, благодаря своим знакам альтерации, элегантно и органично вписалась в энеаграмму и стала ее украшением в виде мелодической разновидности ля минора. Музыкальная конструкция из трех тональностей в результате их слияния не только не распалась, но стала целостной, гармоничной и совершенной.
Три тональности, вписанных в нонограмму, наглядно продемонстрировали нам чудеса взаимодействия музыки и математики. Музыкальный уроборос в своем движении сомкнулся в высшей точке эннеаграммы, пройдя в процессе звучания следующий путь – 9-3-6-9, что также равноценно числу 999, так как 3 и 6 – это вспомогательные центры, поэтому они суммируются. Но что же все-таки означают разные сочетания чисел 3, 6 и 9? Почему мы все время выходим на них в нашем расследовании? Герои фильма пытались приоткрыть небеса и перейти на новый уровень. Похоже, что они и нас подталкивают к тому же самому. А как называется процесс перехода человека на уровень небес, не подскажете? Правильно, вознесение. И здесь первое, что приходит на ум, это частоты вознесения. Всего таких частот 9. И три из них выражены через числа 3, 6 и 9. Это частоты вознесения 963 Гц, 396 Гц и 639 Гц. На эннеаграмме они располагаются в энергетических узлах. Считается, что частоты вознесения гармонизируют как само пространство, так и внутреннее состояние человека. Музыкальная частота вознесения 963 Гц отвечает за связь человека с его божественной составляющей, с его высшим началом и наиболее гармоничным «Я». Она способствует активизации шишковидной железы, улучшению мыслительных способностей, проявлению интуиции и раскрытию творческого потенциала. Музыкальная частота вознесения 396 Гц снимает у человека чувство страха, подавленности и вины, избавляя его от негативных блоков и высвобождая энергию человеческой воли. Частота вознесения 639 Гц влияет на гармонизацию эмоционального состояния человека. Ее еще называют частотой любви. При восстановлении эмоционального баланса улучшаются взаимоотношения и связи между людьми. Итак, рассмотренные нами частоты помогают человеку стать более совершенным. Они активируют его волю и интеллект, повышают осознанность, приводят в гармоническое состояние мысли и чувства, пробуждают интуицию и творческие способности. Может быть, ноты ля, фа, ре, фа, фа, сыгранные на металлофоне, привели музыкальную эннеаграмму в движение, и в результате этого активировались частоты вознесения, возвращающие в наш мир первозданную божественную гармонию. А найденный нами код доступа к небесам, число 999, является своеобразным энергетическим эталоном для того, чтобы мы стремились к самосовершенствованию и настраивались на чистоту Бога. 999 в данном контексте не музыкальная частота. 999 – это вибрации нашего внутреннего света и состояние наивысшей внутренней гармонии, которая может быть достигнута разными способами, в том числе и при помощи музыки. 999 – это высшая степень гармонического баланса нашего внутреннего треугольника – тела, ума и души. Или по Гурджиеву – интеллекта, эмоций и инстинктов. 999 – это состояние перехода нашего сознания на принципиально иной уровень реальности, состояние которого стремились достичь суфийские мудрецы. У суфиев, кстати, существует собственное представление о небесном граде, обители ангелов, куда попадают души после воскресения. Там не существует времени, и по этой причине воскресение уже состоялось, но еще не произошло. Мама будет переживать. Не будет. Тебя там нет всего с полсекунды.
В этом чудесном граде сливаются воедино прошлое, настоящее и будущее. По этой же причине все в любой момент еще может измениться. Суфии называют это место восьмым небом. По моему мнению, восьмое небо – это и есть уровень девятки нашей эннеаграммы, где последняя прозвучавшая нота ля совпадает с первой нотой ля, но лежит ровно на октаву выше, ибо 8 в музыке – это октава, и цикл эннеаграммы также называется октавой. Итак, подведем итог. Мелодия ля, си, до, ре, ми, фа, фа диез, соль диез, ля, вписанная в эннеаграмму, является музыкальным аналогом числа 999 из объявления, где число 999 – это цифровой код доступа к небесам. Мелодия, замкнувшись в точке 9 эннеаграммы, активировала музыкальные энергетические центры, после чего зазвучали частоты вознесения, которые способствовали духовному пробуждению и дали героям фильма возможность перенестись на суфийское восьмое небо или на уровень девятки, о котором говорил Марко Родин. Что касается самой девятиконечной звезды, она является древним символом Каббалы, олицетворяющим вечность, вселенную и кульминацию. И сегодня мы все немного прикоснулись к этой вечности. Также девятиконечная звезда является символом религии Бахаи. Кстати, имя пророка и основателя веры Бахаи звучит Баб и переводится как «врата». В заключение мне хочется привести строки еще одного персидского поэта-суфия 13 века Джалаладдина Руми. «Свет, излучаемый очами, на деле свет сердца, свет, наполняющий сердце, на деле свет истинного. Он чист и свободен от света разума и чувства. Сердце, которое бьется у нас в груди, это и есть уровень высшего числа девятки, уровень, максимально приближенный к небесам». Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем и вытянуть их из зоны влияния противника, все вмиг засияет. Ну вы, блин, даете. Что это было? К слову сказать, в последнее время лица, скрывающие свои настоящие имена под вымышленными никами, иногда смешными, иногда откровенно демоническими, всеми силами старались убедить меня в существовании девятилучевой звезды на изображении главного символа Дон-фильма. Делали это настолько упорно, как будто для них это было делом первостепенной важности. Ну что ж, вы поразили меня, показываю, вот он, этот символ. Не очень явно, но девятилучевая звезда присутствует таки за спиной несущего свет. Это изображение размещено в одной из публикаций на сайте студии Дон-фильм. Но я бы его и вовсе не заметил, если бы не доброжелатели. А дальше больше. Вокруг девятилучевой звезды началась феерическая движуха. В личку, как по команде, стали стучаться все, кому не лень, и кидать ссылки на некий таинственный орден сирени, якобы открываемый Дмитрием Зодчим. Хо-хо, какие человеки! ВКонтакте открывается группа со звучным названием «Инерис Недро», что на первый взгляд бессмыслица, на второй – орден сирени, только задом наперед, как любят у нас переворачиватели. И здесь, на эмблеме тайного ордена, вновь присутствует девятиконечная звезда. Причем все ее 9 лучей якобы сделаны из игральных карт. И вновь посыпались намеки. Это же старшие арканы Таро. И есть вроде бы даже некое предание старины глубокой, связанное именно с этим символом. Другими словами, то и дело мне подкидывали наживку для профанов в красивой обертке, в надежде, что я на нее поведусь.
А по сути своей, это были огрызки из приоткрытого люка. Особенно мне понравилась тетка в сиреневом платье, отбивающаяся от недоброжелателей факелом и с надписью «Не давай никому потушить твой свет». Это было предупреждение.